В филармонии города Черкесска состоялось награждение победителей республиканского творческого конкурса на лучший материал по профилактике терроризма и экстремизма среди представителей региональных СМИ. Призерами конкурса в этом году стали 12 журналистов, в их числе и сотрудники ГТРК Карачаево-Черкесия. На церемонии награждения побывала Дарья Тендит. В торжественной обстановке для подведения итогов конкурса среди журналистов собрались представители телевизионных и печатных СМИ республики. С приветственным и поздравительным словом к собравшимся обратился министр по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Мурат Есенеев. Он отметил, что журналистам сейчас в эпоху распространения фейковой информации важно оставаться объективными и справедливыми. Я хочу прежде всего поблагодарить вас за вашу работу, которую вы делаете все вместе. Особенно наших, будем говорить, призеров. Мы вас любим, уважаем, ценим. Еще раз поздравляю вас творческих успехов. Ну, со своей стороны обещаем, что в следующем году мы постараемся, чтобы сумма премии была еще больше и количество претендентов тоже было больше. Журналисты ГТРК Карачаево-Черкесия в числе лучших отмечены почетными наградами и ценными призами от Министерства по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати республики. В номинации «Лучший телевизионный сюжет» – Алла Динаева, «Лучший телевизионный публицистический материал» – Ольга Савенко, «Лучшая операторская работа» – репортаж-авторский проект – Зумрад Халкечева. Самый главный критик для нас – наши зрители, для которых мы работаем на протяжении долгих лет, отмечает Алла Динаева. Спасибо Министерству по делам национальности, массовым коммуникациям и печати за то, что проводят такие мероприятия, ведь каждая награда – это стимул для дальнейшей работы. А коллегам по Перу желаю, чтобы у них было много творческих идей, вдохновения. Ну и самое главное, чтобы и в нашей прекрасной Карачаево-Черкесии, и в большой необъятной стране, и во всем мире мы жили под мирным небом. Почет традиций и современных тенденций коммуникации являются основными приоритетами в развитии культуры. Слово имеет колоссальную силу и влияние на общество. Журналисты – неравнодушные люди, которые готовы работать на поддержание мира и спокойствия нашей Карачаево-Черкесии. Мир меняется, люди меняются. А в России, как было это и 100, и 200, и 300 лет назад, по-прежнему важны доброта, милосердие, сострадание, справедливость. И вот мы в России именно такие. Спасибо тем людям, благодаря которым я шла к этой награде. Спасибо, будьте счастливы, любимые наши дорогие телезрители. Конкурс журналистов стал для республики традиционным, и каждый год интерес журналистского сообщества к нему не утихает. После торжественного награждения мероприятие украсили вокально-хореографические номера артистов нашей республики. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия.